И сладкие распаковочка. Так, я нашла классный магазинчик, где продается очень много косметики для лица, тела и волос. Заказала себе там вот такие вот шикарные тени. Немножко попозже покажу поближе. Так, девочки, еще в этом магазинчике огромный выбор парфюмов. Заказала себе вот такой вот Givenchy. Кстати, я обожаю этот аромат. И знаете, что нравится? Вот такие вот шикарные красивые флакончики. Стильные. Дальше, это еще не все. Я себе заказала вот такую вот жидкую матовую помаду Kylie. Здесь у меня кокос. Прикольненько. А, кстати, еще заказала вот такой вот карандаш. Смотрите только на эту помадку. Она такая стильненькая. Класс. Девочки, вообще в магазин зашла только за тенями, но не остановилась. Взяла и тени, и парфюм, помаду, карандаш. И еще очень классно в подарок положили. Кстати, всем ложат в подарок вот такую вот тканевую масочку. Класс. Крошки мои, что хочу сказать по поводу этих тестеров. Ну, во-первых, очень стильненькая коробочка, очень стильненький флакончик. Держатся они очень долго и пахнет бомба. Карандашик у меня здесь 20 номер. Что классно, он идет с точилочкой. Это очень удобненько. По помаде. Только что еле ее стерла. Очень стойкая. Это матовая жидкая помада. Ну и на сладкое я вам оставила эту шикарную палетку теней. Очень стильненькая. Кстати, очень хорошо закрыта. Сейчас открою, покажу. Девочки, я в восторге. Нереально крутая палетка. Что классно, тут в комплекте идет двухсторонняя кисточка для теней, зеркало.